Всем привет! Сегодня вот такая вот посылка, ну не посылка, а куча посылок у нас, вот. Я даже уже не помню, что здесь. Одна посылка здесь с AliExpress, вторая, еще одна посылка с TomTop, остальные все из GearBest, с распродажи. Вот камера Dafunk вот здесь в упаковке. Она пришла, реально побила все рекорды, то есть за 7 дней прибыла в Украину, за 9 дней с момента оплаты попала мне в руки. То есть, ну, реально очень быстро. Я купил на прошлой неделе, вот вчера мне ее вечером уже доставили. Давайте на все быстренько посмотрим. И если что-то вас заинтересовало из товара, вы можете либо задать мне вопросы в нашем телеграм-канале лично, либо просить в комментариях к видео, и я постараюсь снять обзор более детальный на эту вещь, которая вам понравилась. Ну а пока давайте распаковывать. Пластыри с TomTop, видите, как помялись полностью. Кизячок, никто ее не щадил. То есть кто-то говорил мне, что в GearBest очень отвратительно пакуют, но по мне, как и в TomTop, то же самое все. Вот, давайте дальше. Просто вначале сейчас все распакуем, а потом уже будем рассматривать более детально. Так, вроде ничего не пропустил. Давайте посмотрим. Итак, это два Mi Band. Распаковывать я их не буду, потому что это для друзей я заказывал. Заказывал, по-моему, за $14 один цент. В Телеграме я это все описывал в нашем канале. Вот, поэтому их отложим пока. Далее давайте отложим вот такие вот липкие коврики. Один такой более тёплый. А нет, они немного просвещаются, видите? Такие более прозрачные, раньше были более темные, причем этот сильнее просвещается, чем этот. Ну, обычные коврики, я их покупал там, по-моему, по 10 центов были акции или что-то такое. Ну, взял на подарки. Далее взял вот таких вот три штуки, три крепления. Я первое взял, мне понравилось, на подарки тоже отлично подойдет. Вы их уже, наверное, все видели, они с виду качественные, но пластик такой, вроде бы сделано все вроде и хорошо, но говорят, что в машине оно рассыпается. Я свой еще в машину не подцепил, подцепил на зеркало, на зеркале висит, я смотрю, как бы, да, когда умываюсь. Вот, поэтому, ну, вещь мне нравится, как бы все держит, все работает отлично, вот, и присоска отлично держится, все как бы хорошо. Поэтому была акция, я еще купил несколько штук, либо себе буду использовать, либо на подарки. Вот их пришло три штучки, пришло их. Так, тоже отложим. Далее давайте посмотрим на перчаточки. Вот такие вот перчатки были тоже на распродаже. 5.11. Я вообще думал, ну, отлично на мою руку подошли. Шершавая такая у них поверхность. Ну, можно идти спортом заниматься. Прикольные перчатки. Я, если честно, думал, что они будут размером поменьше и что мне их, наверное, придется отдать жене, заниматься там спортом. Вот. Но
Как видно, отличные перчатки, отлично по размеру подошли. Материал качественный, тянется. Сделано все так прикольно, ну, очень мне нравится. Далее будем в них. Вот, далее вот такой вот кантер с Алиэкспресс. Это у меня заказывал друг, ему нужно было. Вот, мы ему заказали. Давайте посмотрим. Повеяло таким запахом сразу склада. Вот это выглядит вот так. Запах, да, такой. И, ну, я бы не сказал, что оно так отлично прям сделано. Вот такой крючочек. Вот, а какие же тут батарейки? Тут еще и батарейки какие-то. А, таблетка, наверное. Поэтому у меня такой-то батареечки нет, хотя... Нет, не нашел я батарейки для нее, поэтому друг, наверное, уже будет самостоятельно ее проверять. Ну, закроем. Как же она? Вот так вот. Защелкивается. Максимально 50 килограмм. Вот. Ну, давайте обратно положим. Отложим сюда. Лейкопластыри давайте посмотрим. Пришло их действительно тут куча. Должно быть 100 штук. 100 штук. И давайте мы на них посмотрим. Они разной формы. Бандажи. Нет, одной формы. Да похоже, что они одной формы все. А нет, разные. То есть набор по несколько пластинок получается. Раз, два, три, четыре, по 5 листов, по 25 штук. Да, разных этих. Бантики. Вот такие маленькие. И вот такие побольше. Вот это вот обычные, которые обычно покупаем в аптеках. Вот эти вот побольше, это там на пятку лепить, наверное. Давайте один маленький откроем. Они сделаны, тянутся вот так. Давайте прилепим на пальчик и продолжим уже в нем. Вот, пока убираю. А, и вот еще пятачки такие, тоже интересные, местно заклеить. Отлично. Ну, вот это, что они вот так пожмакались сильно, вот это мне как бы, ну, неприятно. Да, они дешевые были по акции, тоже ссылка будет в описании на акции, на канал, где я публикую эти все акции и скидки. Вот. Ну, в любом случае, как бы купил за копейки, но неприятно, что оно вот так вот помялось, все, что превратило почта во что, в коробку. Ладно, поехали дальше. Литокава. Наборчик стандартный, сама зарядочка и проводочек. Еще идет сотка, я другу покупал сотку, тоже должна уже на днях прийти. 202-ю мы проверяем. Сейчас возьму батарею и проверим ее. Итак, проверяем. Напомню, что в этой батарейке только можно заряжать, а вот это вот еще и работает как powerbank. То есть этот лоточек. То есть если посмотреть внимательно, вот здесь надпись for USB output написано. Так, все работает. Мод можно выбрать. И заработала лампочка.
все работает. 18650 я редко использую, но обычные заряжаемые батарейки формата АА я часто использую, и АА-3А. Купил как бы себе для двух батареек, потому что зарядка действительно качественная и классная. А потом была акция на 500-ку, на Li-Takal, Li-500, и я купил еще 500-ку. Поэтому у меня теперь 100-ка, 200-ка, 202-я и 500-ка идет еще где-то в пути. Ну, хорошо, откладываем ее. Далее, перчатки. Перчатки, сяомишные перчатки взял для жены. Аккуратненько давайте откроем. Посмотрим размер. Ой, красиво так все сделано. Даже не хочется распаковывать, чтоб... Не смогу ли я их запаковать обратно. Вот, но они, наверное, великоваты будут для нее. Хотя... Да, наверное, на ее руку будут великоваты. Попробуем. Они вот здесь немного жмут мне, то есть, но по пальцам они как раз на меня. Ну, посмотрим, я сделаю фотографию, еще отдельно выложу или в описании, или в канале, в Телеграме, в чате, как они выглядят, большие они для жены или нет. Но выглядит очень красиво, вот так мы их обратно запихнем, аккуратненько, как будто мы их и не трогали. Точнее, запаковал вот так. Вот, красивая коробочка такая. Что у нас осталось? У нас осталось дофанг напоследок и вот такая вот цветочек от солнечной батареи в машину, на панель в машину. Снизу вот такая вот пятак, это клеится на двухсторонний, да, клеится в машине на торпеду и цветочек едет и кивает нам головой и листиками. Как-то так. Взял их два штуки на подарки сегодня. И у одного там что-то отвалилось. Болтается вот какой-то магнит или что это. У этого здесь, в этом такого нету. Ну, не суть. В общем, цветочек вот такой вот. Я думаю, многие их себе купили. Здесь какая-то впадина. То есть, а ну давайте второй все-таки откроем. Ой, он разбирается. Тоже одинаковые они. А что ж это, магнитик какой-то. Да, магнит какой-то. Зачем он здесь, непонятно. Может, от другого чего-то попал. Ну, пусть будет. Так. Вот, все, два цветочка. Вот, ну и последок. Последняя это камера. Дофан, давайте посмотрим, все ли у нее целое. Я буду с ней разбираться, возможно, даже сниму потом кратенький обзорчик о ней, более детальный. Я пока еще не придумал, как бы, куда ее устанавливать и зачем она мне. Вот. Ну, солидно сделано все. В принципе, как и все у Xiaomi, такое вроде недорогое, как бы, но красиво и все сделано. Инструкция. Сетап.
подсветочка. 0,35 ампера. 5 вольт. Кабель для, достаточно длинный. То есть, не знаю, тут метра полтора, наверное, два. В принципе, как-то так. На этом у меня все. Пластырь не слез, и по ощущениям и не планируют слезать. Его даже подцепить нельзя, как бы. Поэтому пластыри хорошие. Буду ими пользоваться. Жаль, что они пожмакались. Остальным всем, что пришло визуально, я очень доволен. Ставьте лайки, подписывайтесь, на наш телеграм-канал, на вообще везде подписывайтесь, на YouTube-канал. Удачных покупок!